Вітаю, з вами Шах і Мат. Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо актуальні питання міжнародної політики. З нами політичний оглядач Юрій Райхель. Райхель, політичний оглядач, освіта, Національний технічний університет, Дніпровська політехніка, інженер-електрик. Протягом багатьох років співпрацює з загальноукраїнськими ЗМІ як експерт з політичних та економічних питань. Одружений, має онуків. Хобі – література. Юрій Борисович, радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, я пропоную почати нашу розмову зі Сполучених Штатів Америки. Нова адміністрація при владі вже другий місяць. Ваша загальна оцінка перших кроків цього такого тандему Байден-Харріс? Вот параллельно два месяца – это период, когда всегда новая администрация входит в курс дела, назовем это так. И самое главное, за эти два месяца решаются кадровые вопросы. И вот проблема кадровых вопросов, она всегда сложна для новой администрации, потому что по понятным причинам кадровые назначения есть предмет внутренней борьбы. Борьбы в Конгрессе, потому что Сенат утверждает министров, и не только министров, а в некоторых министерствах и заместителей министра, руководителя, значит, финансового сектора Федеральной резервной системы. Хотя она фактично и приватную такую, да? То есть она не державная, скорее. Да, но именно вот это все равно это элемент исполнительной власти. Она действительно достаточно самостоятельна, тем не менее. Но вопрос там руководитель ЦРУ там и так далее, это достаточно много. Это первая часть. Вторая часть – это внутренняя борьба, любая борьба в бюрократическом аппарате. Потому что по понятным причинам любые новые назначения – это перетряска бюрократического аппарата, а бюрократический аппарат встрясок не любит в любой стране. Ну и в Америке, Америка не исключение. Поэтому по некоторым позициям процесс назначения руководства в тех или иных министерствах, там, подразделениях, агентствах и так далее, он несколько затянулся. Да, основные фигуры назначены, но, как говорится, свита делает короля. У каждого министра он начинает перетряску внутри уже министерства. Для этого Сенат не нужен, но это вступает в действие то, что мы говорили, бюрократический аппарат. Вторая часть, это третья уже часть, это принять дела. То есть нужно ознакомиться с тем, что осталось от предыдущей администрации. При том, что передача влады была такой не дуже спокойной, ее до сих обговорюють, так? Ну и, власне, попередник навіть на инаугурацию не пришел. Это вперше за багато десятиліть таке. Да, и вот это тоже процесс непростой, потому что он... Это же не просто познакомиться с документами. Многие вещи не в документах, а в устных договоренностях, в обещаниях, распределении ролей при прежней администрации. Теперь они изменились, ну и так далее. Это довольно сложная бюрократическая картина. Поэтому многие решения администрации задерживаются. Задерживаются по объективным причинам, о которых мы говорили, и задерживаются по политическим причинам. Я приведу такой пример. Вопрос санкций против России. Они были предусмотрены еще предыдущей администрацией. Прошли все там, комитеты в Сенате, в законодательной части. Но президент Трамп не подписал указ.
И теперь... Про продолжение санкций и поглубление их, так? Новые санкции, новые. Да. И он их не подписал. Соответственно, этот закон не вступил в силу. И теперь его рассматривает новая администрация и рассматривает со всех сторон. Вроде бы это соответствует ее политической линии, но там же очень много таких нюансов, которые мы тут даже оценить не можем. Они часто носят внутриамериканский и, опять же, бюрократический характер. Поэтому, несмотря на то, что вроде бы Соединенные Штаты, как сказал Байден, а он сделал несколько необычное действие для американских президентов. Он собрал весь состав Государственного департамента. Это очень редкое явление в американской такой исполнительной практике, исполнительной власти. И произнес там программную речь. То есть он обозначил основные приоритеты, стратегические приоритеты американской внешней политики. И смысл был такой: вот программа, и будем действовать в этом направлении. Так что стройтесь в рядами. Но одно дело произнести программную речь, а другое дело начать ее исполнять. А вот здесь тоже есть очень большие проблемы, и они часто носят не только внутриамериканский, а и внешний политический аспект. Вроде бы Соединенные Штаты вернулись в евроатлантические структуры, откуда там Трамп выходил, не выходил. Та й в інші структури, така як Всесвітня організація здоров'я, наприклад. Да. Да, і ще ряд других, там по клімату, по правам чоловіка. Но Європа змінилась. І в возвращенню Соединенных Штатов не всі в Європі рады. Я уже про Москву не говорю, а вот в Европе не все рады. И в первую очередь Париж. Потому что когда Трамп затевал вот эти все входы-выходы, во Франции, в частности президент Макрон, был очень расположен подхватить это упавшее знамя или колеблющееся знамя. А тут опять возвращается Вашингтон, и опять начинается очередная волна антиамериканизма, столь свойственная французской внешней политике еще со времен президента де Голля. Ну, загалом, французы – это такая достаточно националистичная нация. Да? Вони, Франция для французов – это для них один из таких важливых принципов, насколько я знаю. Да, и хотя Макрон по-английски говорит лучше, чем там, Трамп или президент Буш, об этом говорилось, но на самом деле, действительно, во Франции очень силен французский национализм, в том числе и в языковом вопросе. Это к вопросу о языке, который у нас разыгрывается. Поэтому здесь есть большие проблемы, которые будут решаться на мартовской встрече глав государств стран-участниц НАТО, где президент Байден впервые за очень многие годы намерен принять личное участие. Да, вперше, до речі, він прийняв участь особисто, ну, хоча й онлайн, але все ж таки у мюнхенській зустрічі. Цього не було, здається, із часів Рейгана чи навіть раніше не приймали участь. І це якби, ну, предістория, а тепер буде головне дійство. І є предположення, що на цій зустрічі, натовській зустрічі, Байден еще раз наметит или провозгласит, расскажет, как хотите, можно говорить, о тех внешнеполитических приоритетах Соединенных Штатов, которые складываются из четырех компонентов. Китай – главный враг, Северная Корея, Иран и союзник Европа. При этом, вот тут очень интересный такой языковой вопрос. Когда еще в Госдепартаменте Трамп говорил о Китае и России, то он использовал разные глаголы английского языка. Если в отношении Китая он прямо назвал его врагом, противником, то в отношении России он использовал глагол damage, который, ну, можно перевести как такой мешающий.
такая, знаете, соринка в глазу, которая мешает пристально смотреть. Ну, напевно, в першу чергу тут малося на увазі питання економіки. Не только экономики, а и попытки России, так сказать, ввести агрессивный курс в отношении своих соседей. Кстати, в этой программной речи Байден упомянул 2 раза и Украину. Это, так сказать, что вызвало взрыв такой возмущения в России, истерики даже в какой-то мере. Поэтому мы можем ожидать, что, скорее всего, в марте, маловероятно, но в апреле уж более вероятно, американская политика, внешняя политика Америки войдет в намеченное русло и начнут выполняться те стратегические направления, но уже в тактической области, которые там Байден, его ближайшие сотрудники, там советник по национальной безопасности, государственный секретарь Блинкен, министр обороны, министр энергетики. И, наконец-то, самое не менее важное – это министр финансов. Потому что вопрос санкций носит не только политический, а и финансовый характер. Угу. До речі, от нашу розмову ми почали з того, що ви сказали про кадри, що короля грає світа фактично, так? От, а ваша загальна така оцінка тієї кадрової політики, яку провів Байден? Ну, скажімо, якщо держсекретар Блінкен, да, він до цього мало був відомий, скажімо, Україні, але його заступниця Вікторія Нуланд, да, заступниця із політичних питань, досить добре нам відома, чи, скажімо, прес-секретар Джейн Псакі. Тобто, от загальна ваша оцінка, ті кадри, які їх призначають, це відмова, повна відмова, я так розумію, від кадрової політики Трампа і намагання просунути тих людей, які здобули певний авторитет за часів адміністрації Обами. Ну, якщо говорити о кадровій політиці Трампа, то це відсутствие якоїсь політики, вона носила імпульсивний характер. И единственным критерием подбора и расстановки кадров была личная преданность. Але якщо ми згадаємо, да, вибачайте, що я вас перебиваю, от на початку 2021 року, цього року, да, от коли сталися відомі події штурм Капітолію, таке інше, багато хто починаючи з віце-президента ледь не відвернувся від Трампа. Да, вони відвернулись, вони частично, значительна частина чиновного апарата, вона ушла в відставку і зайнялась пасивним таким вот сопротивлением. Я бы даже сказал, не сопротивление, саботаж. Вот такой, знаете, тихий саботаж. Поступает указание, оно не выполняется. Вот и все. Но если возвратиться к вот такой кадровой политике на ведущих постах, то это отсутствие какой-либо политики. Отсюда частая смена ведущих персоналей. И действительно, это вот такая, она носила очень часто характер, ну, короткой скамейки запасных. У Байдена ситуация несколько иная. У него, во-первых, есть достаточно длинная скамейка запасных, и ведущие сотрудники частично взяты из администрации Обамы, которых он лично знает. Надо сказать, что значительная часть этих сотрудников поступила в аппарат вице-президента Харрис, что очень важно, ведь вице-президент в Соединенных Штатах, у него роль такая. Он председательствует в Сенате, но реального влияния, вроде бы конституционного, на выработку политики как внешней, так и внутренней, не оказывает. И вообще-то говоря, в американской традиции было, ну, аппарат вице-президента, это, так сказать, маленький такой аппаратик, который там пресс-секретарь, там еще кто-нибудь, очень мало. На этот раз все совсем по-другому. Вокруг вице-президента Харрис формируется в том числе и аппарат внешнеполитических советников. Как... Можливо, це в тому числі пов'язано, до речі, із віком президента. Це найстаріший, найстарший президент, да, за віком в історії Сполучених Штатів. До цього, до речі, найстаршим був Трамп. С одной стороны, такая, ну, версия имеет право на существование,
А город... Да, ну я додам, да, що у випадку, якщо щось трапляється із президентом, його місце займає віце-президент. І в історії Сполучених Штатів таке було і не раз, і не два. Да. І, но тут є ще одне обстоятельство. Скорее всего, Байден хочет переложить часть внешнеполитических функций, так как это было при Обаме. Ведь сам Байден тогда играл достаточно активную роль в американской внешней политике. И, скорее всего, это повторение пройденного, ну, на новом этапе. Поэтому часть достаточно эффективных внешнеполитических менеджеров, бывших дипломатов, экспертов и так далее, формируется вокруг вице-президента Харрис. Как это скажется в будущем, мы сейчас сказать не можем, потому что слишком мало времени прошло. Тем не менее, Харрис уже выступила с несколькими речами, в том числе, в которых затронула и внешнеполитические проблемы, пока они касались Латинской Америки, соседей Соединенных Штатов, что очень для Соединенных Штатов не менее важно, чем Европа. Поэтому мы, скорее всего, к концу или второй половине текущего года будем свидетелями некоторого смещения политических центров в Вашингтоне вокруг тандема Байден-Харрис. Как они будут взаимодействовать, скорее всего, достаточно дружно и активно. Но, тем не менее, мы должны понимать, что часть внешнеполитических функций, а возможно и в отношении Украины, пока мы не можем этого знать, оно перейдет к Камелі Харрис. Юрію Борисовичу, от все-таки президент, це окрім того, що це там Байден, це чи Трамп, чи хто завгодно, да, це в першу чергу, напевне, функція. Тобто це ті документи, які приймаються, це ті укази, які підписуються. Те, що ми бачимо, да, фактично дуже багата кількість з тих указів, що підписані Байденом, фактично відміняють укази попередника його, да, Дональда Трампа. От про що це свідчить, з вашого точки зору. Чи говорить це про певну непослідовність політичної системи Сполучених Штатів? Як ви це бачите? Нет, скорее всего, это не то, что непоследовательность, а слишком много наворочено было администрацией Трампа и им лично. И дело в том, что сейчас для новой американской администрации наиболее важными являются внутриполитические и внутриэкономические вопросы. И среди них там борьба с ковидом. Вот сейчас для них самый главный вопрос – это массовая и ускоренная вакцинация. И то, что сейчас происходит, это вот вроде бы чисто медицинский вопрос, но на самом деле политический и экономический. И то, что сейчас происходит вокруг вакцин, когда их в мире не хватает, то это в значительной степени связано с тем, что, например, компания Pfizer в первую очередь обеспечивает Соединенные Штаты вакцинами. Но это же 240, 250, 70 миллионов человек. Вы же представляете, даже уже по всему миру производят вакцину Pfizer и в Европе, и в Индии, и где угодно, а ее все равно не хватает. И поэтому проблема администрации Байдена сейчас – это вакцинация. В стране создано 10 тысяч, и это считается недостаточным, пунктов по прививкам, которые имеют очень высокую производительность. Причем там чисто технологически Pfizer там целую систему и аппаратную в том числе создал для ускоренной вакцинации. Поэтому это первая часть. Вторая часть – это экономическая ситуация, потому что нужно стимулировать экономический подъем в Соединенных Штатах. То есть, во-первых, не допустить его падения, во-вторых, чтобы он начался хотя бы на 1,5% в год ВВП. Но это огромные цифры. Для этого ассигнуются большие деньги, но экономика, да еще такая гигантская, как Соединенных Штатов, она имеет очень большую инерцию. Вот сейчас это проблема, ну, номер один, номер два, как хотите, для администрации. Внешнеполитическая часть для американцев, вообще весь мир существует ровно насколько это помогает жить в Соединенных Штатах. Поэтому сейчас для поднятия авторитета и популярности
новой администрации, для них важнее всего это добиться внутриполитических успехов, каких-то, даже пусть небольших. Так, ще стосовно одного указу президента Байдена, який скасовував указ його попередника, це замороження будівництва стіни на кордоні із Мексикою. Ну, теж це фактично була однією з таких ідей фікс президента Трампа, будівництво саме цієї стіни. Ми навіть пам'ятаємо, що він говорив, ледь не Мексика сама профінансує ці роботи. От це говорить про те, що Сполучені Штати стануть більш відкритими для світу, чи як? Для мира нет, но для стран, некоторых стран Латинской Америки – да. И в первую очередь Мексики. Почему? Потому что мексиканцы в Соединенных Штатах соглашаются, это гастарбайтеры, которые готовы на любую работу, а там существуют очень большие проблемы с рабочей силой, именно малоквалифицированные. Но я приведу такой пример. Когда поспевают апельсины в Калифорнии, то их некому собирать. И мексиканцы туда ездят точно так же, как наши люди в Польшу, там на клубнику и так далее, то мексиканцы едут в Соединенные Штаты собирать апельсины там и другие фрукты. И за этот относительно короткий период времени, там, около 3 или 4 месяцев, они зарабатывают столько, сколько, во-первых, в Мексике они никогда не заработают. Навіть за рік. Да. А во-вторых, они могут на эти деньги жить до следующего сезона. И это касается, конечно же, не только апельсины, это и фрукты, и овощи, там, и очень многое. Потому что проблема неквалифицированной рабочей силы для Соединенных Штатов является достаточно острой. Американцы никогда, ну коренные я имею в виду, никогда за такие деньги работать не будут. Они лучше изобретут комбайн, который будет собирать эти апельсины, чем они будут под палящим солнцем. Вы уж представляете, Калифорния. Ну, это физичный труд. Это очень тяжелый труд. И это же относится вообще вот к этому поясу южных штатов, Соединенных, вот, в которых, очень, во-первых, очень велика доля испаноязычного населения, именно потому что это в основном потомки или мексиканцы, или их потомки, которые там легально, а чаще всего нелегально, переехали в Соединенные Штаты в поисках лучшей жизни. Кто-то нашел. Но, во всяком случае, обратного направления что-то не наблюдается. Юрію Борисовичу, от ми так згадували побіжно стосунки Росії Китаю, Сполучених Штатів Китаю, Сполучених Штатів Росії. От Росія, Сполучені Штати. Чого можна чекати? Чи можна чекати від Сполучених Штатів посилення санкційних оцих обмежень, які є? От як буде розвиватися на цьому полі міжнародна політика? Скорее всего, ну, ожидать каких-то таких кардинальных экономических санкций против России не стоит. Не потому, что там в Вашингтоне воспылали большой любовью там, к Путину и к путинской России, а потому что чисто технологически, финансово, экономически санкции, например, против российских олигархов принять достаточно сложно. Я приведу простой пример. Вот все кричат в Европе, в Соединенных Штатах, санкции за арест Навального, там, права человека и так далее. И нужно вот против кошельков Путина. А как это сделать? Ну, представим себе, что против какого-то олигарха X из окружения Путина приняты санкции. Там заморожена его собственность, там, капиталы и так далее. Что последует? За что? За там арест Навального. Тут же масса юристов очень высокой квалификации ринется в американские суды подавать, а это же такая страна, где суд уважаемый, подавать иски, в которых будут требовать от американского государства прямых доказательств, что олигарх X виноват в том, что арестовали Навального.
Но вы же понимаете, что, допустим, доказать, что лично Абрамович, там, Дерипаска или кто-нибудь еще виноват в том, что арестовали и посадили Навального, практически невозможно. Таких документов не существует. А если какие-то свидетели и найдутся, то на них найдутся другие свидетели. То есть фактически, если вы даже и предпримете такие санкции, то они будут судом аннулированы или отменены. И то же самое дело в Европе. Тут у нас очень многие, там, особенно в России, возмущались, как это так, там, против каких-то офицеров там, спецслужб за отравление Навального. А потому что их участие можно доказать. И они не пойдут в суд. Потому что как они пойдут в суд, ну, по понятним причинам. Юрій Борисович, на жаль, у нас дуже мало часу лишається, але не можу вас не спитати. А стосунки Сполучених Штатів України, от як вони будуть розвиватися? І у цьому контексті, чому досі не було телефонної розмови між Байденом та Зеленським? І чому не призначено посла Сполучених Штатів в Україні? Посол – це діло технічне, а отношения Украину будут поддерживать, но при одном условии, если Украина будет внутренне реформироваться. А пока Зеленский не показал активного движения в сторону реформирования страны. И отсюда проблемы, которые возникают у Украины с Европой. Вот недавно интервью британского посла в Киеве. Она прямо сказала, вы же ничего не делаете, а проситесь в НАТО. Что же вы проситесь? И то же самое из Вашингтона. Поэтому, да, нас будут поддерживать, нам будут предоставлять оружие, будут помогать там, в обучении, тренировках нашей армии, но политически глубина поддержки со стороны Соединенных Штатов и Европы будет определяться внутренним реформированием Украины. На сам кінець, чи можна чекати у цьому році візиту Байдена до України? Зокрема, на 30-річчя святкування незалежності ми пам'ятаємо, що його попередники, ні Трамп, ні Обама за термін свого перебування на посаді так і не доїхали до нас. Якщо Україна покаже кардинальні реформы или хотя бы движение в этом направлении, то тогда это станет предметом дипломатических переговоров. А сейчас никакого основания для таких переговоров нет. Юрію Борисовичу, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним оглядачем Юрієм Райхелем. На все добре.